Dark Light 2. Мы прошли пару начальных миссий, и мы пока по шестому левелу. Так что давай пошли, я за тобой. Сейчас идем. Подожди, дай мне чуть-чуть, я включу себе что-то. Окей, я себе покажу, что у меня какие предметы есть. Может, кто играл Dark Light? Может, кто-то знает. Что, подсказывайте нам будете там в комментариях. Я пока иду рыбку половлю. А пошли, рыбку. Сейчас, секунду, я уже. Все, идем. Окунь шакал, нормал. Так, идем. Так, при загрузках я буду включать фраз, больше долго будет. Что, быстро загрузился? Ну, я, да. Снимаешь? О, вот и ты. Так, ну, давай. Да, накладывайся, я за тобой. Давай. Ты скажешь, что мы здесь уже были? Да, я же говорил, что мы тут были, уже прошли начальных миссий. Тупик? Да. За мной, я знаю, куда нужно идти. А где это? Мы уже с тобой ходили. Ты тоже нас тут меня тупик ввел. А теперь все. Да. Не сюда, Ром. Не сюда, назад. А-а-а! По-моему. Нет, зачем назад? А вот сюда, давай. Ладно, подожди меня. Куча всяких приметов. Так, давай. А, да вот. Так, вспоминаем все. Сейчас. А что его не могу ударить? Я тоже не могу этих маленьких ударять. А, это походу тоже моя собака призывает. А ты помнишь, я давал своей собаке заклинание? Точно, точно. На припаде. Умная собачка. Так. А вот, нам сюда нужно. У меня нет ничего не выпадало. Вот сюда вот нужно. И ладно, идем сюда. Там уровень 6-8 вроде, что-то такое. Я уже 6 уровня, по-моему. Я тоже. Сейчас посмотрим. Да я 6-го. The Mana Vastus. При повышении уровня забывайте тратить полученные очки на повышение параметра вашего героя, влияющих на наносимый им урон и способности защищаться. Окей. Так, ОК. Да. Вау. Я еще нет. А чё? Скелет. Так, пойдем. Серьезно, чувачки? Пойдем. Я сейчас свои магии буду бить, мне магия сильная. Вау, тут уже немного. Это с капками, ох ты. Вау, где такие? Мой собачку убивают. Я скелеты, молодцы. Я нашел золотой ключ, сейчас я тебе напомню. Так, тут еще наверху. Ой, еще. Ой. Я маг. Я сзади держу. Мне просто подходит, я не могу ничего сделать, он подходит сам. Так, лупим. Залупили вроде. О, что тут мне выпало. Подожди немного, окей? Да. У меня просто уровень. Я тоже. Так, я тогда себе прокачаю ледяной залп свой. А ладно, в следующий раз это прокачаю. Так, и еще себе повешу сейчас вот это вот так. Урон, наверное. Ловкость. Ах, хотел. А, все, окей, ладно. Урон скучу. Стойкость. Так, все. Теперь я хочу своего питомца как-то. Ну дать рыбку. У тебя питомец. А, рыбки дать? Да, я хочу какую-то крутую так, дать. Пошли поколбасимся, потом дать рыбку. Не, как рыбку давать, я опять забыл. Правой клавишей. Все, мне теперь пол. Где? Ого! Ой-ой-ой-ой-ой, мало хп. Сзади.
Мой песик молодец, он собак призывает. Так, погоди секундочку, что у меня со здоровьем вообще беда какая-то. Да. Так, доски. Чё нет? Протяжали. О! Е, мы выполнили задание какое-то. Так, это мой паук. You have completed a quest. Что, идём сдавать квест или идём? Дальше. Капкан, осторожно. Тащит. О, опять. Так, скорпиончик. Они бегают же ты по этим, по капканам. А они жизнь снимают? Конечно. А, ладно. Ну, паук как бегает просто. Сзади, ты же в маске. Ты просто так ходишь, как-то помало. Нормально. Мне просто, когда герой бьет, он очень быстро проходит. У меня мана закончилась. Дайте пару зелий маны. На, мне есть, у меня 14 штук. You have become more experienced. Восьмой левел. Я тоже? Нет, я еще седьмой еще пока. Я еще пока седьмой. Вроде. А где-то посмотри. А, да, еще мне далеко до восьмого. Все равно говорю, что если тут одному убивать, то опыт больше ему дается. Камни. Не раскрывай, я пока попробую. Я ж посох взял себе крутой. Я буду маленький. Где восьмой левел? Кольцо нужно тебе какое-то? А? Кольцо не нужно? Нет. Я просто... Еще раз, что не нужно? Кольцо, по-моему, лишнее есть. А, ну дай мне есть еще. Дорожный посох есть, ядовитый жезл, 50 урон в секунду. Сейчас, секунду, а ну, если посмотри, просто мать. Ты можешь его поднять? Сейчас. Где? Я выкинул. Не, не вижу. Не видишь, да? Давай лучше мы меняемся. Так, да, предложите обмен. Кидай мне. Вау, у меня крутые штуки есть. Сейчас, секунду. Хорошо. Дело. Лук есть крутой. Ладно, давай, я принимаю. Я ничего такого. Я нет, ты там что какой-то что-то нашел фигню, ты сам мне говорил какую-то. Что ты мне дал? Посох. А ты говорил, что... Блин, да это обшитый кольцами пояс, мне показалось, это хороший. Обычный. А, ну ладно. Секунду, у меня тут сколько? 3-2, я лучше это поставлю. Ой, себе. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Так, что мне тут еще? Ячейка для амулета. У меня есть амулет какой-то? У меня амулета, походу, нету. 4, 5. 4, у меня что там? 2 физическое. Я лучше себе это возьму. Можете это там крутые пару штук крутых? Сапожек. Сапожки прикольные. А, там просто разные типа штуки тебе. Там посмотри. У меня есть там такие. Комплект привидения. Где? Ты мне их не дал, что ли? Дал. А у меня есть такое. А, ну ладно. Отдать назад?
А не, пусть будет. Продашь потом. Идем? Да пошли пока вот так. Иди сюда. Иди сюда. Сюда. Ты ж у меня есть. Смотри, что у меня есть. Вот покажу. Давай. О, класс. Это раз. Смотри, второе. А, я видел, ты используешь эту бою ламу. Пошли, так, давай. У меня вроде уровень. Ага. Да-да, тут напали. Куда там пришли? Я не знаю, мы как делали маленький кружочек. Видим, что так должно быть. Так, какую-то штуку нашел. Давай, идем. Вот сундук. Нес золото и сейчас секунду какая-то фигня была. У меня дорожный посох. Сейчас я сейчас все прокачаю дождь. Сейчас секунду просто. Давай. Я новый левел. Прокачаться немного. Ловкость. Все. Так, еще какие-то там вещи не выпало крутая. О, да, штанишки крутые. Нужна помощь? Нет. Идем. А. Где сюда? Секунду. А, тут тупик. Тупик? Может, там где были с тобой, там где был еще не тупик, стоит золото собранное. Легкая шапка, кражи с пользой. Сейчас под ее. Блин, нужно бежать. Наверх, сейчас. А, окей. Там не собирал просто. Да ты, наверное, свои собрал, это у меня же остаются. Ва, какие-то чё не влазят откуда-то? Тут мы были с тобой. Сейчас просто идем в ту местность, ой, мой песен в конце спил. Ты где? Вот иди сюда. Мясо готово к бою. Я, по-моему, где-то нашел золотой ключ. А у меня тоже есть. Нужно найти золотой сундук теперь. Нет, это квест. Это квест. Это не квест. Нам квест дали, чтобы принести это ключ. Мы чертежи должны принести. Идем сюда. Опять. Назад, иду чуть назад. Это мне более золото на сундук. О, золото. Это крутые. Сейчас секунду посмотрю. Наплечники. А нет, это гоблином. О, они классные наплечники, кстати. А ну-ка, ну-ка. Двуручник, 71. У меня есть крутая штука, дайте покажу ее. Давай, обмен. Ведьмин жезл вампиризм. Сейчас ты скинь, давай. Сейчас, секунду, давай, кидай мне. Сейчас пока просто всему собаке скину вещи. Ну, так, все принимаю. Так, сейчас я смотрю. У меня есть. Забирай то, что ты имеешь. У меня вроде такое даже есть. Где-то, смотрю, 38-42. О, ну хуже, чем мой, кстати. Нет, секунду. Сейчас, секунду, просто посмотрю, сравню просто. Да не, мне вроде круче. Нет, смотри, дорожный посох крутой очень. Я, наверное, сейчас возьму его. Забирай потом с этого собаки. Кстати, сейчас кину вот этот комбинезон прикольный. Он такой, знаешь, мощненький. Как раз тебе. 9. Да. И вот еще тебе может подойти, не знаю. Ну попробуем. Давай, ладно, давай ставим галочку. Все, окей, обменялись. А я не могу надеть. Уровень 11, наверное. Так, погоди, подожди, с собачкой скину барахла еще. Я тоже тогда скину. Не, о, ты посох это крутой, да, посох для прогулок. Только не хилый, кстати. Он двухручный или? Ну только у тебя стоят никакие штуки, я не знаю, может.
Не знаю, мне больше нравится со своими ходить двумя посохами. Ну хорошо, там продажа, значит. Так, двухручная, все, просто все двухручное, блин, так ну, круто. И видишь, жезл, у меня такой самый есть. О, не на жезл, там куча всяких штук его поставил, так. О, меч дикаря, а, помню. Так, 5 у меня что? У меня не будет, 6 физической броня. Пояс у меня есть. Ладно, идем. Ты смотри, ну, если где-то найдешь еще рыбное место, можно будет половить еще рыбы на этом вот. Кстати, ай-яй-яй, опять какая-то хрень выскочила. Куда ты пошел, блин? Да я там вышел всю собачку свою покормить, она. Ну на какие-то черты напали опять. Оу! Настя! 6 пока не лагает. Что вообще делать? Так, золото, секунду. О, тяжелый меч я нашел. Одноручный или двуручный? Сейчас посмотрю. Так, сейчас инвентарь. Слышь, портал какой-то. Сейчас двухручный. Сейчас посмотрю. Где этот меч? Нет, это меч дикаря. А, ну он 42-84, двухручный. Фу! У меня есть 51 урон. Что? Кинуть? Я тебя плохо слышу. Ну ты. У меня есть 2, давай сейчас. Так. Торговать. Так, где-то штука. На вот эти 2. 51. Ну, навряд ли. Это двуручный. Спи все равно. Я ж все-таки мах как-то. Ладно, давай, заберу. Кусты, какой-то портал. Сейчас, подожди секунду. Я пока не буду идти. Что-то еще есть. Идем. Портал? Я хотел своей собачке точно дать. Покушать что-то. Так, рыбка. Заурядный портал, потом скинешь сейчас. Да не. Все. Идем. Я свою собачку покормил, у тебя как собачка называется? А, Парис Хилтон, точно. У меня мясо, у тебя Парис Хилтон, вместе любимая команда. О! Скелеты. Пить, я излагала что-то. Ой, солнце! Я не знаю. Двухручник. Легкие бармы. У меня какие-то крутые штуки выпадают. Сейчас тоже посмотрю, что это такое мне выпало. Сколько у меня тут физической брони? 4. Плюс 4 запаса маны. О, нет, здоровье. Лучше... Сейчас, секунду. Сейчас я еще обойду здесь. Нет, это лучше. Дверь. Иду. Вау! Стоп. Выпьем таблетку, у меня хорошо покоцали. Сейчас, секунду, я собаке скину вещи. Давай я пока пошатаю здесь. Я хочу этот жезл, а нет, слабенький он жезл. Так. Ты видишь, где я? Нет, я не могу, у меня карта не видно. Я же просто скидаю вещи, а вот ты, стой. Давай, сейчас ходим, там пагода есть. Ага, ой, блин, сейчас свой жезл кинул. Так. А, он такой же самый. Так. Ну ладно, пока думаю, больше ничего скидывать не буду, собачки. Не так хватает. Так. Ладно, идем. Где ты? Там квест какой-то. Я сейчас заберу. Открываю двери. Да, что такое?
Там скелет ходит, как бы. Нет, мне еще нету. Где можно квест, а? Окей. Там вот есть квест. Я вижу. Да, тоже. Так, идем давай. 80-й. Как раз для нас. Для нас. You have received a quest. Ну, если честно, по сути, лучники магии качаются слабее, чем, знаешь, такие, как мясо, так можно считать. Ну да. Ему пару ударов и кирдык. Да, по сути, мясо тупо зашел, что там побил кого-то. Погоди, секундочку, погоди, я... Блин, тут уже опять зомби. Ладно, я забил. Ладно, да сейчас я пока 9-й левел набью. Ой, какая-то херня. Ладно, мне еще там чуть-чуть осталось, буквально. Так, тут твоя собачка. Это зомби. Так. Зомби. Ой! На помощь! Разобрался? Да. Ну нету даже. А, я значит пробью все щиты. Я 9-й уровень. Нет, совсем не. Так. О, вы нашли магический предмет. Однако его свойство еще не определено, поэтому он считается неизвестным, чтобы найти. Пока по свойству понадобится еще. Сейчас, секунду буквально, хорошо? Буквально сказку пишут. Так, сейчас. Я себе прокачаю немного. О, электрозаряд, прокачаем. Так, где тут мои штуки? Как это посмотреть? Ух ты, что мне попалось? Что? Уровень 10 требуется. Сила 21, стойкость 32. Ё-моё, а у меня что? Сила. Иди пока. Сила 20. У меня сила 11 только, стойкость. Нет, нужно. Я сейчас буду только силу и стойкость качать. Вот это такой крутой шлем. На меня пока самая крутая вещь, которая у меня есть. Ладно, идем. Пока что сейчас я. Вот это такое крутая вещь, я не могу просто. Если копеть, то у меня. Так, пошли сюда. Окей. Ой, что так быстро бегает? Ты понял, что я тебе взял? Идем дальше. Вау, 10-й левел, и при этом еще там силу и локоть нужно качать. Блин, пипец. Вроде все тут скелеты разобрались. Ой, я отравлен немного. Собачка, да. Он твой Парис Хилтон до сих пор живак, вот офига. О, фигмовые, ходячий факел. Так, давай идем, вот он. Так. И ты его выкинул просто. Золото опять, саркофаг какой-то. О, дорожный пост попал опять. Нет, наверное. А? Нет. О, у меня жизни не очень-то и много. Да у меня тоже. Да ладно, пока не надо. Вот до нового левела до тех. Держаться.
помогаю или нет? Я там стою в сторонке. Не, хорошо помогаю. Так. Упс, я уже куда-то пошел. А, давай. Золото. Ладно, сейчас тогда дождь свои вызовы по-бырому. Здесь тут будет много противников. Ладно, так сделаю. Чтоб... Дели здоровье. Критически. Бегают просто, ты их колбасишь. Я сейчас походу умру. Я подлечился, если чё. Вау, крутой скелет! Сейчас иду. Убил его? Там скелет убийца какой-то был. Крутой опять. Давай, давай его. Блин, убил еще один. Дай! Валим! Я тумаю. Так. Рычаг. Дёргай. Понятно. Другого тут не ожидалось. Так, сундучок у нас. О-о-о-о! Сейчас, секунду, у меня там кое-что какая-то фигня выпала. Там вот столько выпало, что. Поиски сами. Меня... Да, меня, теперь о-о-о. Меня. А, вот эта классная штука мне выпала. Круче. Так. Что мне еще такого выпало? У меня просто всякие. Ладно, возьму это будет нам тебе помогать и питомцам нашим. Фигня, плюс 5 к нападению питомцам или сколько там, плюс здоровье питомцам. У меня есть ядовитый жезл холода. Можешь кинуть, если что. Я потом нужно будет продать все вещи. Так, сейчас, секунду, меняю, сейчас буквально. Так, кидай. У меня есть вот такое вот, прикольно, там, знаешь, 112 максимум урона, так, давай, принимай. Не-не, это не зачем, ну ладно. Пусть будет. Мне лучше. Я думаю, знаю, что у тебя там. Так ты можешь просмотреть моего героя? А, ну ладно. Семь. О, ты штанишки хорошие. У меня? У меня. У меня тоже такой ничего. Ладно, давай, бежим туда дальше. Сейчас, подожди, куда я вещи через разгребу. Я пока пустим. Неизвестный посох. Посох, посох пилигрима искусности. Требуется уровень 14. Концентрация 41. 88 урон в секунду. Вау, кидай. Это 4 слава, ну ладно, кидай. Сейчас погоди, я копьё-то. Так, что у меня еще есть такого крутого? Я хочу себе этот шлем! Крутой, просто! Посмотри, у меня там в рюкзачке должно быть. А ты его выложи в торговлю, потом сними. Я посмотрю. Ну, типа такого. Пар на копы. Да, хорошая штука. Забирай его оттуда. Так, давай, ставь. Окей, теперь мне нужен 14 и требуется концентрация 41, ё-моё. Наверное, пока буду к шлему качаться. Левее костей уровень 1. А, тебе что-то собачка умеет какое-то заклинание делать? Моя нет. Моя умеет. Моя пока только лучников. Ну так, конечно, лучники иногда спасают. Хотя минимально просто. Так, мне надо таблетку. Так, идем сюда. Подожди, мне похоже таблетку надо выпить. А ну убивай давай. Что? Три вкус какой-то. Так, какие-то разные штуки упадают. Сейчас, секунду. Так, что это выпало такого? Я бегаю, крыс давлю. О, у меня что там, плюс 6, плюс 3 физической обороне. Ладно, я пью, потому что это... Требуется уровень 70. Ну, у меня типа такие же самые штанички, кстати. Ага, а у меня что? Плюс 3, не знаю, лучше это, лучше тебе помогать. У меня лук есть, тут жалко нет лучника, был лучка, может поиграл бы. Ого, нифига тебе посох. Это не посох, это копье. А, копье. Ого! А что? Подарок. Я пока отсюда сниму. Фигительно, ты пришел типа
чё, нормальная магия? Это понятно, что нормально. Хорошо работает, особенно когда... Так, давай забегим. Бег, или тут нельзя выйти. Тут где-то можно стоять. О, и этот гид там штуки открыл. Давай, идем. И там какие-то штуки, сундук разбил. Так, а ты что, все походить так надо? Да. О-о-о. Так, ручники. Так, теперь спускаемся. Ага, спускаемся. Да. Шуч, пиздец какой-то. Так, я тогда пойду быстро, сейчас собираем предметы. О, сколько денег! Ай, я помню! Хватай! Тебя убили? Куда ты пошел? Там еще кусок. А помоги! Сейчас, типа, мне нужно вещи скинуть, у меня переполнено. Я пойду тогда побью там этих уродов. Ладно, иди выкобей их. Все равно шепот получаю. Так, как ты можешь побыстро... О, можешь по-быстрому скидывать. Слушай, я его одел, шлем. Да? Это же 10 уровень? Да. Ладно, давай сюда. Я здесь. Так, я пока скидываю все ненужные вещи мне. А, все, мой питомец переполнен. Наш весь... О, стоять, я кольцо нашел. Кольцо? Да, я надену его. Да, огненное. А, микро самое. Блин. Так, их два кольца можно надевать. Чайка длинная. Ну, у меня такое же самое есть. У меня есть ледяное и огненное кольцо. Сейчас я качаю себя. Так, концентрация. Так, хорошо. Так, теперь магию. Я вот не знаю, не качать мне дальше. Я попробую взять новую магию. Так, шестерка у нас новая магия. Она действует. Ого, смотри. Классно. В ближнем бою поможет, если чего то Где моя магия? Не есть какая-то магия? Да, по-любому есть какая-то. Если там присяга... Там... Нифига у меня нет, у меня ни одного заклинания. Не, посмотри там на... Ну, я ж маг, я ж должен что-то там делать. За это уберу. Пошли. Пошли. Нет. Испытать какая-то фигня. О, золото. Ставь там буквально одного, я хочу просто испытать. Смотри, это класс. Какая штука. Разве не спускайся пока? Спускаемся. Спускаемся, давай, погнали. Неплохо мы тут повоевали против них. Да уж. Классный шлемик у меня, блин. Мне так нравится, он такой крутой. Ой, блин, я назад зашел. Я тебя подожду. Окей. Я случайно начал нажимать и как раз нажал на это. Блин. О, у меня два поезда. Нет, у меня плечи, штурм Берона, уровень 12. Может, кинешь мне там какой-то поезд? Нет. Кто? Так, опасен. Я саркофаг пока открываю. Ой, я... опять скинула. Ой, куда это мы? Нет! Капец. Ладно, у меня есть... Я успел взять... Ты можешь... Загадочный скелет тут. Стой, не нажимай! Ой-ой-ой, я мне только себе... Ладно, я сейчас зарублю его своей магией. Он готов. Я могу тебе. Ой, ёптарь, это мать.
выходи. Лорд! А, сейчас, секунду, ничего не делай. Так, мне... О, крошка, ой, но имбирита. Класс, только ну что себе поставить ее? Даже не знаю. Но палка есть какая-то крутая? О, да, есть, крутая палка. Ядовитая жаза холода. Ставлю ее. Так, сюда ставим... Еще, у меня руки лучше. Да, мне лучше. Окей. Слушай, надо бы в город вернуться, попродавать все эти. Можно, в принципе, знаешь, что сделать? Можно собаку отправить, продать все. А, да нет, сейчас вернемся так вот, наверное. Трепещий кайф, что он дает? Он... А, он мне с моего шлема ко мне. Это шлем, а не трепещий. А я отправлю собачку. А как отправить? Заходишь в ее инвентарь, самая последняя закладка, список, вот, зеленый домик, видишь? Выбираешь список покупок. Так, я себе возьму два... Я нажал, мой питомец убежал. Два зелья здоровья все куплю. Мой питомец убежал. Дед сейчас придет и продаст все эти вещи, да? Да. А, нормально. Я хотя бы деньги получу. Что? Я хотя бы деньги получу. Ну, в 10 я пойду. Сейчас, погоди. Если тоже пока, я уже свой отправил. Сейчас, секунду, буквально свои вещи посмотрю. Через минуты 40 вернусь. Не знаю, то ли я продал, что надо, но... Ну, да. Продал. Угу, ладно. А ты так мало ты потом порохла? Ой, крыс тебе дай. Дай крыс. Зачем? Ладно, давай бежим, короче. Так, подожди, мы животинок не ждём. Они все равно... У-ля-ля! Портал пока не ходи. Да, я какая-то куда-то... В том-то и дело, что нету некуда склада. И есть покуда... Так, теперь сейчас смотрю, у меня внутри есть... У меня еще есть пока место. О-о-о! Брошенные штаны! Плюс 7 здесь... Ой. Защита, точнее. Ожерелье. О, электрический амулет. О, это круче. Кольцо синего огня, лук, лезвие какое-то. Так, это беру. Электрический амулет не надо. Так, что мне еще есть крутое? Что ты взял такое? О, моя салка пришла. Моя? Через 30 секунд. Прочная куртка, да, отправляем. Вау, я себе какую-то классную штуку нашел. Блин, ну нам нет, моя круче все равно. Дайте я скину хорошую штуку. А куда ты мне скинешь? Я полностью... А, окей, это то, что в том сейчас нагружу. Чуешь? Mm. Я нашел еще один такой же самый шлем. Погоди секунду. Что ты говорил? Здорово. О, моя собачка вернулась. Я нашел крутой нарукавную, прикольную, кстати. И нашел такой же самый шлем, как у меня. Кинуть? Да я знаю. Ну, давайте кину шлем. Вот. Погоди, я барахло только повыкуливаю. Эй, собаки уже барахло все. 15. О, 15 к запасу маны есть штаны у меня. Не нужно? Ну давай поменяемся. Я тогда еще раз свою собаку отправлю. Я тоже отправлю. Так, секунду, так, П. Так, иди давай.
Иди, собачка. Так. Вещи, 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 вещи. Давай торговлю пока. Смотри, вот, бери это шлем. И этот на руку. Ну, распознай. Он такой, как у меня, кстати. Крутой. Не, этот... У меня получше, у меня два к броне. А, ладно. Все равно нормально. А теперь такие три, как и в шлемах. Электрическое кольцо не нужно? Еще раз. Электрическое кольцо не нужно? Давай. Я, мне кажется, на электричество себе и качаю. У меня амулет с электричеством есть. Если холод, электричество включаю. Гонщик не очень мне нравится. Сапоги 6 к запасу мана. Ну сейчас дам тебе. Давай, давай, крышки дай. О, принимай. Ну, все, давай, кидай. Так. Забирай. Так, давай. Запас плюс 3. У меня что? У меня плюс 3 звак к запасу. Ладно, ман лучше. Я лучше ману. Так. Кольцо электричества. Что у меня есть там? Что у меня за электричество? Так, за кольцо синего. Ого, это крутое кольцо. Ладно, тогда убираю это. Осталось вот это. Ладно, все. Я, если честно, уже готов. Офигеть, у меня кольцо. Че? 50 запаса здоровья, 9 к мане и 5 к ледяному урону. Нифига себе. Да. Ладно, идем на поверхность портала, да? У нас другого выбора нету. Я предлагаю на этом закончить. Первую серию? Да. Ладно, давай сейчас выйдем туда, мне прорудится у нас. Мы сейчас сразу продолжим? Мы сейчас пойдем к квестам и сдадим. Не, я думаю, что... Так, а где это мы? А, идем, я сдам вам этому деятелю квест. Да, а, вот. А, сейчас... Today. Today only. О, комплект парнокопыт есть еще. Что мы одни? Так, если дал какой-то комплект. А, ты для питомца, точно. Для питомца, ладно, давай сейчас на питомца надену. Сейчас я возьму вот это. Так, еще какую-то опять фигню взял. Фигня. Короткая кольчужина. Не, она круче. Вроде. Да, она круче. Так, ты где? Идешь? Куда мы идем? В город идем? Да, в город. Ну давай идем зададим там квест, арсенал выкачай. Your pet is back from town. Нет, нам в другую сторону вообще. А, нам сюда вот. Пошли, и в городе тогда уже закончим. Что-то стал медленнее бегать. Может, я быстрее стал бегать? Интересно, что-то нам по дороге попадется? Да не думаю. Максимум здесь. О, пока тут чудовик. Алтарь чудовищ, давай активируй! Активирую! Ахо-хо-хо! Есть с ним подараться хотя бы. Это все? Да не думаю. Неплохое рыбное место. Оу. О, классно! Вот тут похибший искатель приключений. Где маны? Нормально. Сундук. Ой, вау, что я нашел? Это оранжевое. Да ты что? Череп Анду. А у меня нет ничего. Вот я пойду рыбу. Да ты что он дает? Смотри, слушай. Плюс 5 физической брони и плюс 6 физической урону. Да иди. Но я беру урон лучше.
Так, идем. Так, где тут рыбка? Блин, нужно обойти, ё-моё. Блин, это обходить надо. Ну идем, пойдем, там 9 раз можно удочку забросить. А, давай. О, неплохой рыбный, 6. Давай. Так. Так, я словил что-то. Я рыбу паука поймал. Я тоже. Я уже сюда, я с мостика буду валить. Ай, ёб, красота. Смазал. Так, я опять что-то поймал, что это у нас? О, краки с кольцами. Шорная акула какая-то. А, ну это что, для питомца. Я какую-то неплохую вещь нашел, да. Открыл. У меня полная. Окунь-шакал. А, окунь-шакал, как часик попадается. Окунь. Пильший рот. Шорная акула. Черная. Тоже шорная акула, и вся попытка у меня. Рыба-паук. Должна быть какая-то хорошая вещь, по сути. Стой, 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 стой. Ага, на стой. А на тот берег какой-то партии. О, да, я пару хороших вещей нашел, кстати. Да. Что, идем еще рыбу половим или как? Или идем в город? Да нет, давай еще половим рыбу немного. Трудовый жетон грения! Плюс 15 к огнему к огненному урону и минус 1 от всех видов брони за каждый удар. Жетоны питомца. Чё, какая-то рекордная броня? Подожди не меня, я говорю. Наплечные колонисты укрепления. А у меня чё? Не, у меня круче. Так, ладно, идем. Ты где? Ого, куда ты убежал? А я сюда, я думал, за рыбой идти. Идем рыбу. Да, идем, идем. Рыбацкий фонарь. А чё это? Что это такое? Я беру квест. Я тоже. You have a new quest. Ой, нет, 8-11, ну можно в принципе. Ну. Давай заканчивать здесь, а? Здесь вот? Давай обойдем уже это. Ну пошли обойдем. Идем. И в город надо вернуться. Ай, капкан. Окей. Моя собачка крутая, мое мясо крутое. Так, секунду, все, идем. Мы вообще к рыбе идем или куда мы? Так, ты к рыбе. А это... Видишь, мостик? Мы к ней все идем. Да нет, тут сейчас будет мостик, вот. Я тут совсем разобрался. Там. О, зелье маны. Пошли сюда, сюда, сюда. Так, идем. Кан опять. Так, зелье здоровья. Возьмем всякий случай. Внутри две штуки. Но... О, есть. Вот оно, да? Ну что дальше где-то? Опять ключ. А, скелета. Ладно, вот тут. Вот, вот, вот оно. Вот оно. Погоди. Давай сначала этого убьем. Так, давай, рыбачим. Я тут рыбачу. Сейчас. Сейчас я буду тоже рыбачить. Окунь шакал. Так, что тут еще у меня? Рыба паук. О, дядька, ты. Сейчас. Ну что ж я просил было делать? Дай мне тут поставить. Давай, все, идем рыбу ловить. Надо уже... будет динамит купить в следующий раз. А? Динамит в следующий раз. Ты, блин, что сделал? Ай. А, смазал маленько, ну ладно. Черная акула. Да, не, хочу какую-то нормальную вещь. Большой кривокрыл. Я этих черных акул поймал, ёпарсы. Да мне тоже шерты черных акул дофига. Большая рыба-паук.
попытки осталось. Ничего такого нормального не выловлю. Крыло, крыло опять. Бирка существа. О, ваш урок зверюшки. Секунду, все ловим. Ты крутой, рыба. Рыба-паук? Я его так долго ловил? Я не издеваюсь. Так, все, последняя надежда. Черная акула. Дайте его.